Погода такая классная сегодня. И солнышко, и ветерок. И небо чистое уже над нами. Целая сказка о стеклах. А парковка забитая машинами. Посмотрите, посмотрите, какое небо красивое, облака какие красивые. Надо же, редко когда такие бывают. Или я редко в небо смотрю. Смотрите, прям перистые такие. Вот от острова Мечты мы спускаемся к Москве-реке. Народ не только работает, но и отдыхает. Смотрите, как здесь красиво. Травку скосили, она свежая еще, по-моему, сегодня. Да? Такой лук. Разведение костров запрещено. Уточки болтыхаются. Снимаю из-за кустов. Здесь как будто залив какой-то. Кувшинки, видите, лилии цветут. Здесь народу поменьше. Дошла я к морю. К морю, говорю. К реке, к заливу. Вот как парень катается. Ну, прям сказочный городок, да? Вот совсем недавно я показывала небо, такое красивое-красивое было. Облака были перистые-перистые. А сейчас посмотрите, какое небо перед грозой. Ой, пора домой идти. Не хочу, но надо. А сейчас вот я катаюсь на качелях. Я что, хуже других, что ли? Я тоже хочу отдыхать, я хочу на качелях кататься. Так. Видите, качели как скрипит. Ну что, товарищи мои, зрители и подписчики моего канала, смотрели мое видео? Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, благодарю. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Пожалуйста, я вас... Очень прошу. Ну что, всего хорошего. Пока-пока. Как я всегда говорю, с вами Мария. И еще напоминаю, пожалуйста, читайте мои описания мои. Читайте, пожалуйста, под каждым видео есть описание. Там много-много всего интересного. Пожалуйста, читайте. Пока!